Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Головиво», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Вашему вниманию сегодня на обозрение предоставляется женский горный велосипед от американской торговой марки Cannondale. Модель называется Foray One. Это верх линейки Foray. Это максимально укомплектованный велосипед, у которого размер колеса 27,5 дюймов, рама алюминиевая, тормозная система гидравлическая. При более детальном описании, обозрении, хочется сразу отметить покрышку. Покрышка имеет шипованный протектор, который очень хорошо будет держать велосипед на пересеченной местности. Но мягкая покрышка будет также легко идти по асфальту. Шума много не будет. Велосипед комплектуется камерой с автомобильным ниппелем. Легко велосипед накачивать любым автомобильным насосом на любой автостанции. Крепится колесо переднее и заднее при помощи легкосъемного эксцентрика. Это комфортно при транспортировке. Тормозная система торговой марки Shimano. Это гидравлическая тормозная система. Ротора стоят 160 как спереди, так и сзади. Ну, это стандарт горного велосипеда. Вилка торговой марки Santur. 27,5 дюймов. Это под колесо 27,5 дюймов. Ход вилки 100 мм. У вилки есть регулировка. Есть блокировка хода, локаут и предлоут. Это регулировка жесткости вилки. На 2 см увеличивается или уменьшается поршень, когда мы вращаем рычаг. Рулевая колонка усиленная, по интегрированным подшипниками. Ну, это стандарт хорошей марки Cannondale. Руль, как мы видим, изогнутый, формированный, широкий. На таком руле очень удобно кататься на пересеченной местности. Легкие движения, и сразу же велосипед максимально в сторону уходит. Широкое расположение рук этому способствует. Тормоза и переключатели совмещены. Говорится о том, что это моноблоки. Моноблоки торговой марки Shimano. Идем далее, это идет уже здесь шатун, который не имеет защиты, это и крутизна тем самым, потому что только более дешевые велосипеды комплектуются щитками, а этот уже хороший, высокого уровня велосипед для девушек. Передние переключатели торговой марки Shimano, класса Tourney, сзади Acera 360 на 8 передач, нормальный хороший переклюк для повседневных покатушек. Восьмерик сзади шикарный, как мы видим, посеребряный, он облегчен и жесткий. Это хорошая кассета. Спицы из нержавеющей стали. Также стоит отметить, что у велосипеда есть специальные отверстия. Раз и два. Эти отверстия с одной стороны и с другой стороны, при помощи которых можно установить багажник и горный велосипед уже превратить в туристический. На этом велосипеде можно ездить на большие расстояния с багажником, будет комфортно. Классная сидушка, она мягкая, но только при более тесном соприкосновении понимаем, насколько комфортная сидушка. Это же женский велосипед, и сидушка, естественно, тоже комфортная, мягкая. Легкосъемный эксцентрик легко регулирует подседельную трубу. Для девушек есть педали пластиковые. Ну, в общем, данный велосипед комплектуется довольно-таки хорошими оборудованиями. Оборудование у велосипеда хорошее. Если вас заинтересовал данный велосипед, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин на бульваре Перова. Если вас интересуют более какие-то другие модели, у нас тоже есть велосипеды торговой марки Cannondale. Постоянным клиентам всегда скидки.